Знаете, удушающий от болевого отличается тем, что удушающий – это длящийся прием. Болевой – это прием на испуг. То есть человеку стало больно, он сдался, чтобы не получить травму. Удушающий – ну, люди могут заснуть и не сдаться. Это нормальная история. Поэтому критерий там, хорошего удушающего можно подождать немножко. Это что, когда он идеально исполнен, человек сразу, там, либо стучит сразу, потому что ему страшно. Если там чуть-чуть не доложили, ничуть не довернули, вы можете подержать. То есть 3-5 секунд вы можете подержать, чтобы проверить, что у вас удушающий работает. Не бросайте удушающий. Да? Есть такой стёб старших поясов над младшими поясами, когда они отдают движение, там, не знаю, спину, там, анаконду, ту же самую, дарс, и просто терпят. Да, у человека не получается, он делает это сильно, но удушение идет. Но его можно перетерпеть. И через там, 3-4 секунды новичок бросает прием, потому что он в нем не уверен. Да? Поэтому будьте уверены в своем приеме, подождите какое-то время. Если там, через 7-8 секунд он еще не стучал, значит, немножко поправьте положение. Да, это просто вот на будущее, вообще как такой общий принцип вашего, в общем, подхода к удушающему.